Но если он такой же дерьмовый, то я не знаю просто. Мне просто... Я просто взорвусь, если это еще одно подобное дерьмо будет. Так и не выучил законы нашей школы. Ты обязан следовать правилам. Все люди... Блять. Те же самые. Угу. Похоже, угу. Похоже, тоже те же самые. Да, и так продвинутые уже этим чинем посмотрели. Я говорю, у них там одно видео было. Молчать! Смотрю, разные. Неделю без компьютера. И вот там что-то. Достал я наши законы! Да я всех тут обоссу! Говно! О, говно! Правильно, вас наебали! Правильно, я тоже самое сказала. Я спать! Уже смотри, все из-за этих вот этих, блядь, уходят спать! Вы! Кто это заказал? Мышь какая-то заказал! Да ёбаный пиздец! Правильно, швед! Я тоже говорю, пиздец этому! Я слышал, вы нарушаете правила нашей школы. Да, насал я на этого придурка! Ну и чё? Насал, да ничего, кто с мечом к нам придёт, тот от письки погибнет. Что это за нахер? В таком случае, господин Зауч! Давай, Женьки, наливай, чтоб ему не скучно было. И мне наливай. Узри же мою... Тема пошла. Которую я тренировал, не навел цветность года! Давай я поставлю! Жень, ты подали? Твоя писька, конечно, мощная, но против двух не устоит точно! Это мы еще посмотрим, господин Зауч! Тем временем, моя чакра! Полностью восстановилась секретная техника отсоединения! Меня бросали! Чёрт побери! Нет, не мама, вы посмотрели вот это, представьте? Одни родители бы посмотрели. Мама где тогда? Мама по пустякам. Да, а мама бы посмотрели, они бы за голову бы схватили. Я бы увидела, что мой это, блядь. В этом Газпроме работает. Нет, я бы вот специально ролик это и мамам бы отправила. Вот честно, я бы сделала подлянку такую, мамам ролики вот это отправила. Хоть бы она им ремнем бы нашлепала, блядь. Вот это я хочу. Слушай, ты, говна кусок, я пришел тебя обоссать! Ешь, говна, кусок, я хочу тебя обоссать. И что, это хорошее, что ли, а? Не подходил и не говори, что хочет меня обоссать. Ну что же, я сражусь с тобой. Давай посмотрим, чей писю начне сын. Прошу выключи. Это просто пиздос космический. Да. Нас задавали. Алекс Швед, да. Друг, все. Мы как раз посмотрели. Да, вот 4 минуты, друзья, видео посмотрели. Все, да. Алекс Швед, выполняем твое пожелание, выключаем этот пиздос. Нет. Ебучий, это просто смотреть невозможно. Вообще, это в шоке мы. Да, мы просто заебались, ребят. Кто этот ролик, это всё. Не знаю. Но мы его отработали, мы его посмотрели. Все, больше все.